А кормят здесь как? Сухари и вода. Вот тебе на. Товарищ Дембель, а когда нам кушать дадут? Никогда, товарищ дух. Это армия. По приезду на место мы прежде всего огляделись. Не грусти. Есть еще волшебная русская традиция оставлять на могилах усопших разного рода свежие продукты и напитки. Я покойников боюсь. Да ну, дичь какая. Пуль, ты идешь? Не, я лодыжку отсидел. Нам очень понравилось. Жить предполагалось в вагончике. Есть хочу.